Мы приветствуем вас на большом футболе. С вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Мы видим состав команды «Хозяин». Три нападающих – это серьезная угроза для соперника. Да, и в атаке им также будут помогать игроки средней линии. Состав команды гостей. 4-4-2 – не самый популярный выбор для атакующей команды, да? Ну, возможно, у них какой-то особый план на эту игру. Мы приветствуем вас на большом футболе. С вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Мы видим состав команды «Хозяин». Три нападающих – это серьезная угроза для соперника. Да, и в атаке им также будут помогать игроки средней линии. Состав команды гостей. 4-4-2 – не самый популярный выбор для атакующей команды, да? Ну, возможно, у них какой-то особый план на эту игру. Мы приветствуем вас на большом футболе. С вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Мы видим состав команды «Хозяин». Три нападающих – это серьезная угроза для соперника. Да, и в атаке им также будут помогать игроки средней линии. Состав команды гостей. 4-4-2 – не самый популярный выбор для атакующей команды, да? Ну, возможно, у них какой-то особый план на эту игру. Мы приветствуем вас на большом футболе. С вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Мы видим состав команды «Хозяин». Три нападающих – это серьезная угроза для соперника. Да, и в атаке им также будут помогать игроки средней линии. Состав команды гостей. 4-4-2 – не самый популярный выбор для атакующей команды, да? Ну, возможно, у них какой-то особый план на эту игру. Мы видим состав команды «Хозяин». Три нападающих – это серьезная угроза для соперника. Да, и в атаке им также будут помогать игроки средней линии. Состав команды гостей. 4-4-2 – не самый популярный выбор для атакующей команды, да? Ну, возможно, у них какой-то особый план на эту игру. Мы видим состав команды «Хозяин». Три нападающих – это серьезная угроза для соперника. Да, и в атаке им также будут помогать игроки средней линии. Состав команды гостей. 4-4-2 – не самый популярный выбор для атакующей команды, да? Ну, возможно, у них какой-то особый план на эту игру. Игра началась, смотрим. Хорошо мяч перехватили в атаке. Мяч за боковой линией. Потери и у соперников.